Алекс Месси про поражение Тудроцы в Кабасу, который проходил в 21:00 по МСК. Тудроц проиграли в Кабасу в конце матча, забив красный мяч в ворота. Тудроцы в Кабасу опередили их на одно очко. Конечный счет 2-1. Слова Алекса Месси. GetX. Проект с лицензией. Краш. Ставки на спорт. Получи 100 рублей за репост. Промокоды каждый час в разделе бонусы. И Тудроц. Еще Володя дал голевую. Он мне не нравится. Значит, будем ждать от нас лучшего результата и клепать голы. Сегодня еще РФ 3 гола отменил. Это пиздец, очень грустно. Что думаете по поводу матча? Заслуженно ли выиграли в Кабас?